Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Денис, мы сегодня снова проходим Бастион, и когда же она, черт возьми, закончится? Я даже не представляю, потому что мы уже играем в него довольно много, так ведь? Ну, я вообще это не знаю, это много или мало для такой игры. Мне кажется, что для такой игры 8 серий, а мы вроде бы играем 8 серий уже, это вроде бы 9-е. Это довольно-таки много, ну, давайте приступим к коту Коуфорду. В прошлой серии нас убили в кто знает где, я не помню, мы начинали котел этот проходить или нет. Посмотрим. Not everything blew up in the calamity. Why Colford Cauldron here blew up way ahead of its time. Я взял копье. The cauldron boiled over some 300 years ago. They say it filled the skies with ash and the lakes with molten rock. Вы не представляете, как я люблю копья в играх. If you wanted to survive something like that, you had to learn to adapt. Так, ах, я ненавижу этих. So in a way, the beasts of the wilds. Я упал. They're all survivors too. Дым они выпускают. Это просто вот, вот эти вот травяные враги, это вот. It takes a certain stubborn pride to keep on living in a place like this. Это действительно вообще невозможно просто играть с этими врагами. Опять что-то лежит, какая-то няшка, да? Огненные мехи? Это что вообще? Эй! Я не хочу! Блин, ну... Мои прекрасные пики. Теперь, видимо, будем ждать, пока эта хрень будет еще и заряжаться. Ну, вот это плохо, на самом деле. Dusted off a good many secrets out here. Надеюсь, он хоть временный урок носит, то есть как... Мои мечи типа поджигает, не знаю. Потому что без временного урока мои мечи тяжко еще. Или растением какой-нибудь дополнительный урон, потому что растение это вообще... Нет, никакого временного урона не наносит, но вроде бы это довольно мощная штука, так ведь? Ведь огнемет, по сути. The unforgiven scent of sulfur's dirt. Ну, вырезай, ну. The taste of air so hot it sticks to your lungs. Теперь ждем, пока этот дым рассеется. Цветы — это самый большой отстой в этой игре, серьезно, я... Они портят все эти дурацкие цветы. Наверняка это они устроили эту катастрофу. Почему меня просто не пальнуть по этой фигне? Вот так. Потому что вот так. Эй, прицелься в нее. Вот так вот. А, дурацкий туман. Ну вот так будем делать. Ну, я ничего не могу с ним поделать, этот туман, он серьезно. Осложняет жизнь. Не знаю, как вам, лично мне очень. Еще одна? You can cook those things, but you can't eat them. По крайней мере, эта штука меня будет защищать некоторое время, да? Так себе. Как же я не люблю вот такие вот штуки, которые стреляют, потом надо защиту упрятаться. Потом они останавливаются и снова стреляют. Never thought we'd find so much life in all that ash. Вот это не надо мне такого. Думали, что окружили меня? Ха-ха-ха.
place is inhospitable as they come. Та-та-та-та. Это было странно. Что это за штуки? Почему они меня задерживают? Это вот так приятно их пускают. Не понимаю. Зачем это все? Почему птицы? Почему нельзя было придумать врагов, которые не будут такими назойливыми? Я понимаю, что это, конечно, усложняет игру, и ну, неплохо так усложняет. Ну, хотя бы дизайн другой. То, что цветы... After all, when we look down inside Colford Cauldron, look down through all the smoke and flames. Нет, ну я уверен, что очень скоро мы все-таки пойдем. Я лично очень хочу пройти это. We saw in there the heart of the world, the heart now laid bare by the calamity. Эти штуки по-любому вылезут в самый неподходящий момент. Вот да, вот сейчас. We had to have it. As for the kid, he just has to get that shard out of there. Too bad taking that thing woke up every last stink eye from here to Jawson Bog. Mm, ну это вроде неплохое оружие. Особенно против этих растений, которые прячутся, не знаю, в корпусе. Kids making a bad trek all the way back around the cauldron. Полностью? Я не хочу. Luckily, the cauldron cooked up a little shortcut for him. Ну да, спасибо, коту. Sure, it ain't the most convenient path. Так, тихо. Этот дым, он ведь пройдет? Да, дым. Вот это козлячье, это чтение, ненавижу это чтение. Грибай! Ну же! Biggest stink eye he's ever seen is waiting for him on the other side. Pops open on him like a pimple on a school day. А куда мне идти? Туда или? Ну тут. Ну нет, мне сюда туда. Ну я просто хочу. Потому что она вроде. Вот такие вот шипы ставила. Ха-ха-ха-ха. С этими растениями это да. Where there's one stink eye, there's always more. Хорошо, хоть лечилки в этом уровне хорошо подкидывают. Да? Не знаю, вот... The cauldron's tenants. Мне уже не так это все нравится, как в самом начале, потому что они просто спамят этими врагами, которые... Которые вот так вот делают. Я убью. Они спамят врагами, которые вот этот дым пускают, которые стреляют. Черт возьми, но это же не единственные враги. Почему? Почему именно растения? То есть, в принципе, я понимаю, почему именно растения, потому что как бы постапокалипсис и все такое. Kid don't shed any tears for him, though. Ну вот такими вот растениями спамить, это, блин, фиговый прием. Серьезно. Ну и что мне с ними делать? И расстреливать их?
With a good spyglass, you can still see the cauldron from the city. Отлично, мы прошли. А, блин, это... Не знаю, везде одни растения, мне не нравится, когда везде одни растения. То есть, как бы, тупо спамить одинаковыми врагами, это... Могли бы хоть модельки перерисовать. А, девчонки отдадим сразу и... We're all a little short on friends these days, so that's a welcome sight. Да, ачивка. Просто вообще как начальник. Только я не помню, раз, два, три, по-моему, только у нас животных. Или бык тоже считается... Ну да ладно. The shard works like a charm. You can hear the monument's heartbeat again. Ну, улучшаем в следующий раз. Я уже не помню, что я хотел улучшить, так что... Наверное, я улучшу вот эту штуку, потому что там тоже что-нибудь появится, да. Давай возьмем. Почему? We need an awful big lost and found under the circumstances. Ну тут нет того, что бы мне хотелось, а именно... А, нет, тут есть это нечто острое. Это для меча, так ведь? Это я возьму. Я надеюсь, что это сработает. Пойду сразу прокачаю меч потом. А, я же сейчас с пикой хожу. А, ну так я возьму меч, посмотрю, что там можно вкачать, если там нужно. Я сейчас вообще с этой фигней хожу. Самый нормальный набор, по-моему, пока что это тупо лук и... И этот меч. Так, вот, что-то нужно. Плюс 100% критического урона. У меня боевая рукоять есть. То есть у меня 200 будет? Ну, это тупо один клинок на бросок. Вот. Ну, короче говоря, сейчас просто повторяться вон та вот строчка и все. Там внизу будет наверняка... A solid frame can put an extra sting in every slice. Ну, я надеюсь, что это будет... С плюс 100 это к шансу. То есть теперь у меня шанс 200. They said the wild could never be tamed. If only they could see us now. Так, ну сердечек мы вставили. Давайте посмотрим, что тут дальше будет, потому что. We spotted a pecker carrying a shard to Mount Zan. Ну я так понимаю, в этом уровне будет какой-нибудь босс вертолет, не знаю, что-нибудь вроде этого. Блин, босс вертолет. Ностальгия. Ну да ладно. Can't rightly call Mount Zan the mountain anymore. Это нам теперь через кусты. There's no more mountains now. То есть... There's no place left for the beasts of the wild to go. А как? Вот и крепит. So they figure they'll hold out right here, on a slab of mountain the Calamity forgot. А если бы у меня были эти мехи, то я бы мог сжечь это. Хорошо хоть врагов подпрыгивающих сняли. И ты... А, ну да, у меня штука, которая крипы увеличивает. Давайте продолжим. Блин, черт, это неудобно. Я ничего не вижу, я не вижу, где он его берет. Я не вижу себя. Что за бред? Блин. Зачем так сделали? Могли бы вообще туман войны на всю карту сделать. Теперь эта хрень меня так понимает. Вот. Забучего. А мы только ради этого сюда шли, ну еще аптечка, конечно. Those beasts been hoarding all the valuables they could find. Oh, черт, we only found their little lair because they found themselves a little shard. Да хватит, пожалуйста. Я не хочу сражаться с ними. Умирай. Спасибо. О, черт. Это плохой уровень. Дальше ведь так не будет, да? О, да. The creatures of the wild, they've been building a bastion of their own.
It's a delicate situation. А как мне тут пройти? Можно спросить. Окей. Что мы по сути сейчас делаем? Мы не сражаемся с какими-то там призраками. Мы тупо рубим растения, то есть это веселая ферма такая, знаете, мы вырубаем сорняки в огороде и собираем еще осколочки, это, типа акции июльской там. Не знаю, как там валюта в любимом ферме или веселом ферме. Так что пускай будет это. Это какого фига? Ну я думал там какой-нибудь бонус, а там вот что, блин. До свидания. Блин, а? Подняться нельзя, да? А, это деревяшка, она так... There's only one kind of mercy left these days. Мортиру. Я не уверен, что мортиры именно такое оружие на самом деле. Думаю, мортиры это что-то вроде самоходки, нет? Арсенал, спасибо тебе, что ты тут есть. А, нет, я имел в виду не это. Я имел в виду. Можно сразу два с собой, меч и молот взять. What the city left behind, those beasts took for themselves. Ну ты проруби кустики, а я за тобой. Это была самая бесполезная засада в этой игре, по-моему. Опс. А может мне надо фигу зайти? Хотя это, по-моему, даже не корабль, это просто... Чем-то закрыл и... Ой... Look at it this way. Да серьезно, кто вас так поставил, ребята? But if we win, they win too. Our bastion is everybody's gain, not just ours. Блин, он сверху летит, ведь у меня не защищает. Я не знаю, мне не нравятся эти враги, они... Не знаю, не нравятся. Это что-то тупых, которые можно со спины обойти. И они этих прыгающих. Не могли нормально что-то придумать. Такое крутое, чтобы было просто вообще. Фигня сейчас меня опять затрёт. Those beasts been hard at work fixing up the place. Ну и я не могу в нее присесть. Ну хоть щитом-то на меч. Да и ладно, я уйду. They've rounded up their survivors, just like we have. А, две. Мы все знаем, что делать так вот. Что у меня, кстати, на способность стоит? Я ведь даже не попробовал эту штуку. Опа! И чего? Что изменилось-то? They've been searching for cores and shards. И что? Она ведь не работает, она ничего не делает. Может, она парализует врагов, он, по-моему, не пулил. Как мне наверх? А, наверх вот. За где-то штуки летит.
она блокирована. Я не очень понимаю, что это у меня сейчас за способность, потому что помню. А, ладно, я пошел. Maybe they've thought about turning back. Я просто не хочу с ними разбираться. Like я хочу. We just really need their shard. Shard. King got it fair and square. Ну нифига себе вы меня. Mount Zan. Все. All the wilds have left. Пошли вы.